Восьмой канал, радиостанции «Лема» и BBC, коммерческий отдел издательского дома «Бизнес Кейс» приняли участие в флешмобе «Китай, держись, Ухань, держись». Суть акции проста – записать ролик со словами поддержки китайскому народу. В информационную борьбу с вирусом и поддержку акции включились интернет-СМИ Владивостока, радиостанции и телеканалы. К флешмобу присоединились очень много жителей России из самых разных городов. Это и Владивосток, Уссурийск, Спасск, Хабаровск, Екатеринбург, Москва. Свои ролики записали жители Казахстана, Киргизии и стран Прибалтики. Люди разного возраста, профессий, национальностей и видео говорили простые, но нужные слова Китаю. Спасские медики поддерживают китайский народ и желают, чтобы вакцина победила коронавирус. Все ролики отправили в Китай для размещения в китайских соцсетях и СМИ, а также в консульство КНР во Владивостоке и посольство КНР в Москве. Китайская сторона отреагировала, сказав, что всех растрогали эти послания и поддержка россиян, назвав российский народ докторами человеческих душ. Людей могут лечить не только лекарства, но и слова поддержки. У флешмоба уже появился девиз «Изолировать нужно вирус, а не любовь». Холдинг «Бизнес Кейс» желает скорейшего улучшения ситуации нашим соседям. Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.